Мы находимся на фестивале World Food, и Евгений Степаненко, представитель компании Tasty Kingdom. Евгений, скажите, какие задачи вы ставите перед этой выставкой? У нас молодая шоколадная фабрика. Мы запустились, начали работать в январе этого года, поэтому основная цель участия в этой выставке – это поиск партнеров, дистрибьюторов, которые помогут продвигать наш вкусный и интересный для рынка продукт. Сейчас в тренде экологичность. Как ваша компания работает в этом направлении? Очень удачно вот вы как раз с вопросом попали. Да, мы производим на сегодняшний момент следующую продукцию. Это шоколадные яйца для детей из двух половинок. Аналог продукции Kinder Joy. Ну вот есть самое известное. В одной половинке шоколадная паста, в другой детская игрушка. И шоколадную пасту с разными наполнителями. Так вот, в отличие... Наверное, немножко неправильно сказал про экологичность, может быть, это красиво, вот, но, наверное, больше про здоровый образ жизни. Да? То есть у нас вся продукция без пальмового масла производится, поэтому если широко понимать экологичность и здоровье наших сограждан, то у нас продукт, который, скажем так, ну, наверное, более-менее сладкое редко называют здоровым продуктом, тем не менее он не содержит вредных всяких веществ, не содержит пальмового масла. Шоколадная, в линейке шоколадных паст есть продукт без сахара, поэтому мы стараемся, чтобы наш сладкий продукт был полезен, ну или как минимум не вреден для наших потребителей. Поэтому вот, наверное, как-то так в этом плане мы участвуем с точки зрения экологичности. Евгений, вы сказали, что у вас довольно молодая компания. Скажите, как вы реализуете продукцию вашей компании? Ну, запустились мы в январе месяце. На самом деле для нас выставка World Food – это уже вторая выставка. Мы участвовали в феврале в выставке в Prodexpo. Вот, и уже у нас есть пул партнеров в Российской Федерации, не только в Беларуси, в Казахстане, в Кыргызстане, в Донецкой Народной Республике. В Китае мы уже продавали нашу продукцию. Вот, реализуем через дистрибьюторов. И есть прямые партнеры, розничные сети – пока небольшие, не федеральные, но, допустим, на рынке Москвы есть такая очень хорошая сеть подарочного ассортимента Моди, это наш партнер практически вот с первых дней выставки, и там наша продукция очень хорошо представлена и очень хорошо продается, поэтому ну, на рынке мы уже есть, ну, может быть, не так широко, как прям совсем хотелось бы. Всем спасибо.